Меня зовут Снежана Митина, я из России. Я являюсь президентом родительской пациентской организации, объединяющей пациентов с мукополисахаридозом. У меня 10-летний сын, который страдает мукополисахаридозом, у него синдром Хантера, МПС второго типа. За 4 года работы нашей ассоциации нам удалось добиться регистрации в стране 3 препаратов, которые сейчас в мире существуют для лечения мукополисахаридоза. Это альдуразим, элапраза и наглазим. Нам удалось создать несколько региональных программ по лечению детей с такими патологиями. И мы рассчитываем на то, что нам удастся создать программу государственную по обеспечению лечения пациентов с редкими заболеваниями. В России сейчас обратили внимание на то, что такие пациенты есть, что им нужно помогать. Мы очень стараемся добиться не только региональных, но и федеральных программ. Мы работаем в этом направлении, у нас уже есть определенные успехи. Мы очень рады, что смогли сегодня быть с вами и планируем научиться всему, чего мы еще не смогли осилить, и совместными усилиями достичь более комфортных условий для жизни и лечения пациентов с редкими болезнями. Все.